примеру, один из преподавателей биотехнологии, он действительно прочитал книгу о Каббале, «Квантум Каббала». Ему действительно было это очень интересно. Я видел, что он впечатлился от этого. Но потом это проходит. Я ему посоветовал, есть такой курс бесплатный, ты можешь зайти туда. Это называется уже перейти на другую, на чужую территорию, со своей. Я готов попробовать со всего мира то, что подходит к моей профессии. Может быть, подействовала на меня какая-то книга, это я могу использовать в своем исследовании. Но все только на своем в пути и направлении, и ничего другого. В общем, пойми, что наука, научные исследования, я это знаю по себе, дает такое удовлетворение, потому что еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знание — это несет самое большое удовлетворение. Об этом и в Торе сказано, что нет ничего, нет большего наслаждения, чем разрешение сомнений. Мне это абсолютно непонятно, ведь знание — это последний этап, который можно постичь в этом мире. Да, эгоистическое. Это самое большое эго. Я сам занимаюсь биотехнологией. У тебя особая душа, это ты такой несчастный. Но сейчас я говорю как в качестве ученого, ведь мы занимались таким большим количеством исследований в науке, очень много знаем. Но почему, скажем, клетка живет и действует? Мы не знаем, почему она это делает, потому что мы не можем этого объяснить. Это данное. Но именно в этом очень интересный вопрос. Почему есть сила притяжения? Нет. На основные вопросы. У тебя нет ответов, потому что об этом не спрашивают. Наука исследует только факты. Но... А не причины, но ты сам понимаешь, да? И поэтому мы находимся от сих и до сих. Вот этот вот пласт — это то, что мы исследуем. Ниже этого мы не можем, там творец. Результаты тоже куда-то уходят, непонятно в какие миры. До нашей жизни и после жизни я не могу исследовать. Но если я слышу о том, о чем люди говорят в лаборатории, они говорят об всех этих вещах. Ведь я слышу людей в моей лаборатории. Ну, пожалуйста, скажи им, можно знать, в чем секрет жизни, что было раньше, какие были побуждающие силы, как ты живешь, но ведь это все же уже духовные силы. Где та сила, которая оживляет? Этого ты не найдешь ни в одной лаборатории.